Я украинец, я гражданин Украины, меня зовут Андрей. Я хочу, чтобы мир обратил внимание на русскую агрессию, которая сейчас происходит на мою страну. У меня сейчас гибнут люди, у меня родители, друзья, знакомые, мирные люди. Мы не на Россию не нападали первыми, и мы сейчас защищаемся. Если будет такое дальше, да, мы будем стоять до конца, да, мы будем убивать. Я хочу обратиться ко всем русским гражданам на русском языке. Можу на шире украинской мове, но также вы меня не поймете. Пожалуйста, прекратите агрессию в отношении моей страны. Спасибо.